Педагоги Новороссийской, Геленджика, Абинской и Анапы с восторгом отзываются о семинаре. Работу над речью, текстом, мимикой и жестами учащиеся театральной студии «Индиго» провели на семинаре. Василий Черепанов – режиссер в городском театре в профессии более 8 лет. Для него работа не только заработок, но и удовольствие. Режиссеру больше всего запомнилось живое общение со зрителями в зале. Каждую тему, которую разбирали, преподносили вкусно и легко. Впечатление выше всяких похвал. Семинар по такому сложному искусству, как художественное слово, это редко, материала мало, мало людей, которые работают с этим, мало людей, которые действительно понимают, что они делают. И этот семинар – это действительно огромная помощь, огромный пласт тех знаний, которые мы можем получить. Я очень рад, что у нас проводятся такие семинары. Знания, полученные во время семинара, оценили все поколения мастеров искусства речи. Для Дарьи Бровко семинар прошел на одном дыхании. Считает, всегда есть к чему научиться у коллег. Перед семинаром было очень много вопросов к Гаяне Ивановне. Вопросы заключались в том, как правильно нести художественное слово людям. Как зрителя завоевать, потому что понимаешь, что очень много пробелов от незнания. И эти семинары дают очень много внутренней поддержки и знаний, как работать с детками. За долгие годы работы с детьми самого разного возраста у педагога театра-студии «Индиго» Гаяне Визарян сформулировалось профессиональное представление о том, в чем же заключается польза театра для детей. Театр воспитывает добрых и творческих людей, будет фантазию и помогает реализовать способности, раскрыть таланты. Гаяне готовилась к этому семинару 11 лет. Свой опыт и знания передала участникам семинара. Сегодняшний семинар, сегодняшняя теоретическая часть – это итог моей педагогической деятельности за 11 лет. Вот все эти 11 лет я собирала какой-то опыт свой, и сегодня это вылилось в семинар, в методические рекомендации. Я очень люблю работать вообще с художественным словом именно, поэтому мне в удовольствие сегодня поделиться своим опытом с коллегами. Театр для детей – волшебный край, в котором ребенок развивается, играя, а в игре он познает мир и учится жить.